Олег, звони. Звони, говори. Животворящего креста Господня. Благодаря Господа за ту милость, которую нам излиял некогда свыше 2000 лет тому назад, спас род человеческий, обновив нашу падшую, поврежденную грехом природу. Господь умер за нас. Воздадим Ему должные почести своей молитвой. Славословие Его святое имя, благодаря за эту жертву и прося благопотребное для нашей жизни, чтобы нам, пройдя этот земной тернистый путь,
узкими вратами войти в радость Господа нашего. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога о нас, и святи, яко мы усердно
мы к вам приминуем, скорым помощником и молитвенником о душах наших. Ко Божии служители крест обстоящие, вольную страсть Христа жизнодатца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражая горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш воле руцы распростер. Спаси... Славные христианы! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, и сущих море далече, и милостив буди, владыка грехов наших, и помилуй ны, милостив Бог, и человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ко честному и животворящему кресту, во умилении сердец, преклонши колено, помолимся. Слава Господи Христу, Твоему честному. О пречестный и животворящий кресте Господень, древле уба был иси, казни позорные орудия, ныне же знамение спасения нашего, присно почитаемое, и прославляемое, как о достойне возмогу, ас недостойны, воспети тебя, и как одерзну преклоните колено сердце моего пред искупителем моим, исповедая грехи свои. Но милосердие и незреченное человеколюбие распеншегося на тебе, смиренное дерзновение подает мне, да отверзу уста моя, воеже славите тебя, сего ради вопиюти, радуйся кресте, церкви Христовой красотой и основание сия вселенное утверждение, христиан всех упование, царей держава, верных прибежище, ангелов слава, честивых и неверных, посрамление, праведных услаждение, обремененных ослабо, обуреваемых пристанище, заблудших наставление, одержимых страстьми раскаяние, нищих обогащение, плавающих кормчий, слабых сила, вобраних победа и одоление, сирых верное покровение, вдов заступниче, дел целом жизни и услаждающий наше скорби, ты одр на нем же царственно, почил тридневно воскресший, победитель ада, сего ради и утро, и вечер, и в полудне прославляю тебя, и всея деяния моя, и пути мои тобою осенит, да выну величаю, пригвожденного на тебе, грех моих ради, Господа, Спасителя моего, во веки веков. Вечаем, вечаем, я с
Пресвятая Богородице, спаси. Христос, истинный Бог наш, молитвен пречистая своей Матери, силою честного этого творящего Христа, предстательству честных небесных сил бесплодных, святого и же святых отца нашего, святителя Иоанна, архиепископа Константина Кратора, Златоустого, святого великого мученика и победоносца Георгия, святого великого мученика и целителя Пантелеимона, и всех святых, их же памятные светло праздные, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Помилуй. Так, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами сподобились той евангельской радости, которую описывает нам Святое Евангелие, когда некая женщина, которая не могла исцелиться от своего недуга в течение долгих 12 лет, которая истратила все свое имение, чтобы заплатить врачам, но ни один врач ей не помог. И тогда, узнав о Спасителе, о Христе, Сыне Божьем, она пришла, как и все другие люди, увидеть Его, но она и подумала в своем сердце, что если я, грешная, раба Божья, прикоснусь к краю одежды Спасителя моего, то не дух мой исцелится, и я стану здравым. С такими мыслями, с такой верой она прошла, протиснулась сквозь множество народа и коснулась края одежды Спасителя. И Господь остановился и сказал людям: «Кто прикоснулся ко мне?» Тогда апостолы, сопровождавшие его, сказали ему: «Господи, неужели ты не видишь, как множество людей прикасаются к тебе? Почему ты задал такой вопрос, что кто-то именно прикоснулся к тебе?» Господь пояснил: «Ибо сила вышла из меня. Я почувствовал, как кто-то принял эту силу Божию». И тогда эта женщина вышла перед всеми людьми и исповедала, что «это я прикоснулась к тебе, ибо так я хотела, чтобы болезнь моя была исцелена твоей божественной силой». И Господь сказал ей: «Иди с миром, вера твоя спасла тебя, и будь здрава от недуга твоего». И женщина в один миг стала здрава, отступил от нее ее мучащий долгие годы недуг. Так и мы, братья и сестры, в течение всей своей жизни ищем Божьей помощи, неоднократно, по многим волнующим нас вопросам, и недуги наши телесные, страсти наши греховные, наши проблемы житейские. Но что мы с вами приобретаем от Господа? Насколько мы с вами готовы так принять исцеление, как та женщина? Насколько мы с вами веруем в то, что исцелимся? Ведь мы с вами знаем и другой евангельский пример, когда Господь исцелил бесноватого. И множество людей вышло навстречу Господу, и все множество сказало: «Господи, не заходи к нам в город, потому что мы боимся, что если ты придешь, что с нами произойдет». Ибо когда Господь исцелил бесноватого, то бесы, которые назвали себя легионом, вышли и вселились в пасущееся рядом стадо свиней. И то пасущееся стадо взбесилось и
бросилась с крутизны берега в море, и все погибли. И вот мы с вами видим два примера, что может произойти с человеком при встрече с Господом. Один человек уверует и спасется, а другой может и погибнуть. Ведь сколько было учеников Спасителя? 12 учеников. И один из них был рядом с ним всегда и ходил с ним, и тот предал его. И не только эти 12 учеников можно вспомнить из евангельского примера, когда Господь наш Иисус Христос проповедовал о том, что Он есть хлеб жизни. И Он говорил: «Вкушающий мое тело, пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем, и того я воскрешу в последний день». И тогда эти 12 учеников и многие другие последователи, услышав это, задумались и стали говорить между собой: «Что это Он говорит нам? Такие неудобовразумительные слова. Как мы сможем есть Его тело и пить Его кровь?» И соблазнились многие, и от этих слов они отошли и больше не приходили к Господу. Тогда Господь обратился к ученикам Своим и сказал: «Может, и вы хотите отойти от Меня?» Но Петр сказал: «Господи, куда мы пойдем? У Тебя мы нашли глаголы вечной жизни». И вот, братья и сестры, мы с вами тоже имеем счастье услышать глаголы вечной жизни. Это Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Это откровение Божие, воли Его Святой для каждого человека, который один услышит и не поймет, и скажет, что там написано, ничего не понятно, и больше не возьмет эту книгу в свои руки. А другой человек возьмет эту книгу жизни, прочитает и скажет: что я еще буду искать в жизни? Вот они, слова вечной жизни. Я буду их всегда с любовью вспоминать, читать и руководствоваться словами Спасителя моего, Господа Иисуса Христа. Ибо все чудеса, которые Он творил, исцеление женщины, которая мучила, которой не было исцеления от врачей, исцеление других людей, изгнание бесов, это все для того, чтобы люди обратили внимание и услышали Его слова, захотели исполнять Его заповеди, захотели жить по Его учению. Они просто пришли, прикоснулись и ушли. Не для этого Господь пришел в мир сей, но дать самого Себя в таинстве святого причастия. Он сказал: «Я есть хлеб жизни. Вкушающий Меня, тот будет иметь жизнь вечную». И дать свое слово. И вот если мы с вами будем читать Святое Писание, молиться Господу, исповедоваться и причащаться святых Христовых тайн, вот будет для нас с вами встреча с Господом и прикосновение не только к Его одеждам, но и принятие Его самого в свое сердце, которое Господь нам дал единственно только для общения с Ним. Ибо Он говорит: «Сын, дашь Мне сердце свое». И вот что Господь ищет, чтобы мы сердца свои открыли Ему. Поэтому, прикасаясь сегодня к животворящему кресту, который мы видим перед нами, мы должны знать, что в этом святом кресте, мощевике, есть частица одежды Спасителя нашего. Вот как тогда женщина 2000 лет назад прикоснулась к одежде и исцелилась, так и мы с вами, братья и сестры, имеем такое счастье сегодня прикоснуться к этой благодатной одежде Спасителя нашего, которая хранится, частица Его малая, в этом святом кресте.
Также мы имеем с вами такое счастье сегодня прикоснуться к святым мощам, святых угодников Божиих, которые когда-то в свое время также приходили в храм Божий, молились, исповедовались, причащались и просветились светом истины, и их души и тела озарились благодатью Святого Духа. И они стали святыми. Их святые останки стали также для нас с вами святыми. Когда прикасаемся к ним, мы также приобщаемся того Духа Святаго благодати, которым и они освятились. Поэтому, приходя в церковь, всегда знайте, что Господь каждого из нас также готов одарить своей силой, также готов каждому дать силу свою благодатную, как Он дал той женщине, как Он дал всем святым, мощи которых здесь находятся в животворящем кресте. И нам с вами Господь дарует силу свою благодатную во исцеление души и тела. Аминь. И напоминаю, кто в этом посту рождественском еще не исповедовался, не причастился. Сейчас мы только акафист закончили. Вот сейчас, да, акафист закончили, сейчас немножечко. Ну, как скоро. Да. Сейчас отец Иоанн подойдет. Самсоне, моли Бога о нас. Святый архистратиже Божий Михаиле со всеми небесными силами, моли Бога о нас. Святитель Отец, преподобный отче Самсоне, моли Бога о нас. Преподобный отче Иоанне, моли Бога о нас. Святый мученичи Адриане, моли Бога о нас. Преподобный отче Святая мученица Агафия, моли Бога о нас. Святая мученица Ирина, моли Бога о нас. Святитель отче Григорий, моли Бога о нас. Святый мученичи Трифоне, моли Бога о нас. Святая великомученица Марина, моли Бога о нас. Святая
священномучениче Василие, моли Бога о нас. Молите Бога о нас. Слава Отцу. Преподобнее Отче Никола, моли Бога о нас. Преподобнее Отче Дамиане, моли Бога о нас. Ефимие, моли Бога о нас. Святый великомученичи и исцелителю Пантелеимоне, моли Бога о нас. Святая мученица Агафия, моли Бога о нас. Святая мученица Ирина, моли Бога о нас. Святитель Отче Григорий, моли Бога о нас. Святые мученичи Трифоне, моли Бога о нас. Великомученице Марина, моли Бога о нас. Святая мученица Христина, моли Бога о нас. Святая мученица Параскева, моли Бога о нас. Святые мученичи Несторе, моли Бога о нас. Все святые, молите Бога о нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, яко все по Боге к Тебе прибегаем, и яко к нерушимости Тебе предстательству, призви благосердием, Всепетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление, и исцели души моя болезнь. Молите Бога о нас, святитель Отче Иоанне Златоусте, святый великомученичи, и победоносче Георгие, святые великомученичи Иакове, преподобнее Отче Иоанне, преподобнее Отче Иоанне Кушниче, преподобнее Самсоне Сранатриимче, святые мученичи Адриане, преподобнее Отче Моисее, преподобнее священномученичи Василие, святая мученица Христина, святая мученица Параскева, святые мученичи Несторе и все святые, яко мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником о душах наших. Паки и паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй тебе, Господи.
Ибо еси Царь мира и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вон мне премудрость, вон мне прокимен глаз четвертый. Буди, Господи, милость Твоя на нас. Господу помолимся. Яко святый си Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Даст благо просящим у Него. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Господи Христу Твоему честному. Святые архистратижи Божий Михаиле, со всеми небесными силами, моли Бога о нас. Святые ангели Божии хранителю, моли Бога о нас. Преподобный Отче Самсоне, моли Бога о нас. Святые мученики Адриане, моли Бога о нас. Преподобный Отче Моисея, моли Бога, преподобный Отче Никола, моли Бога о нас. Преподобный Отче Даниане, моли Бога о нас. Святый великомученичи и целителю Пантелеимоне, моли Бога о нас. Святая мученицы Агафья, моли Бога о нас. Святые мученичи Трифоне, моли Бога о нас. Святая великомученица Марина, моли Бога о нас. Священномученичи Василие, моли Бога о нас. Святая мученица Христина, моли Бога о нас. Святая мученица Параскева, моли Бога о нас. Дадим.